тебя ласкают. Эти самые губы каждый день по нескольку раз шепчут. С вас 250 рублей. Спасибо за поездку. Бонусом к прокачу до места Алексей Брытков своим пассажирам еще и напоминает о счастливой кассетной молодости. Знаменитый в городе таксист-певец, поклонник группы «Руки вверх», все хиты наизусть знает. Хочешь крошку, хочешь студента, хочешь даже ай-яй-яй, может. Слава Сергея Жукова на него пока не свалилась, но он для каждого клиента готов выступать в салоне серебристой отечественной легковушки. Увидела меня такая, да ты же этот, недавно с тобой, с подругой от тебя разговаривали и так далее. Ну вот, как-то так получается. Его мечта увидеть и наконец-то спеть дуэтом с Сергеем Жуковым есть все шансы. В 20-х числах октября группа «Руки вверх» здесь свое 18-летие отмечать будет. К празднику готовится не только он, еще сотни поклонников. Репортер вместе с таксистом-певцом едет к месту встречи, туда, где фанаты группы решили организовать флешмоб. Концерт, свободный микрофон, скромная палатка с музыкальным оборудованием и несколько человек массовки. Идея была глобальная. Пришедшие поддержать любимый музыкальный коллектив должны выстроиться в живую надпись, запечатлеть себя и передать привет Сергею Жукову и Алексею Потехину. Только вот поклонников, как ветром сдуло, организаторы спешно пытаются найти хоть каких-то желающих. С трудом-то набирается на одну букву. Любовь к группе охладили самарские морозы, но настоящие фанаты не сдаются. И целуй меня везде. Буква «Р» готова, по команде она станет буквой «У». Дальше «В» и еще так много раз. В результате должна получиться надпись «Руки вверх 18». Родители слушают, и я вместе с ними. С дискотеками в деревне. Как бабушки приезжали в клубе, постоянно гоняли. Они такие крутые, заводные. Стоп, снято самопожертвование самарских поклонников, зафиксировано. Но на этом сюрпризы для группы «Руки вверх» не заканчиваются. Алексей Брытков готовит свой флешмоб. Гораздо теплее и, как он обещает, зрелищнее. Для этого молодому человеку требуется как минимум 30 водителей, которые раскрасят свои автомобили. Вначале мы проезжать будем с Сергеем Жуковым мимо этой колонны. Будет полностью колонной проезжать по городу. И потом остановимся в одном месте, сфоткаемся, общую фотку, там кому-то автограф, кому-то что. Вот, кто-то там может задать свой вопрос. Ну, думаю, будет очень весело. Алексей планирует все-таки доставить артиста до его концертной площадки и, наконец-то, после долгих лет ожиданий, попросить автограф. Возможно, после такого фееричного знакомства и сам Сергей Жуков попросит его написать что-нибудь на память.